Сотрудники Центра детского творчества «Импульс» вот уже в 24-й раз провели конкурс «Пасхальная радость». Он традиционно проходит при поддержке администрации Ленинского городского округа и Видновского благочиния. Наша вера может стать просто обрядом религиозным, без содержания, если мы не будем держаться этой светлой надежды на восстаниях и веры в воскресение Христова. Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова от имени главы муниципалитета поблагодарила организаторов и участников мероприятия за этот чудесный праздник творчества. Хочется сказать слова благодарности в адрес «Импульса», который все это время становится центром и там, где собираются все эти творческие работы, и там, где проходит их рейтинг, выявляются самые лучшие. Спасибо вам, друзья, за то, как вы умеете это организовать, как ведете это уже почти четверть века. По условиям конкурса все работы должны быть посвящены празднику Светлой Пасхи. Ребята успешно с этим справились. Конкурсанты писали картины на эту тему, делали поделки из соленого теста и других материалов. Работы представлены в разных номинациях. Это и традиции, приветствие пасхальное, освящение пасхальной еды, да? Это и накрывание стола пасхального, все это в традициях. Что еще? Евангельские истории. Работа действительно очень хорошего качества. И когда жюри работало, было очень жаркое обсуждение некоторых работ. Анна Немцова смастерила объемную картину из соленого теста. На создание работы Аня потратила месяц, потому что тема поделки и техника ее изготовления достаточно сложная. За свое изделие ей дали первое место. Это застолье у Иисуса. Там он рассказывает про то, что один из его учеников его предаст. Что он с ним очень подло поступит, и его из-за этого убьют. Он рассказывает о страшной гибели, и все 12 апостолов его слушают внимательно. На финале конкурса не только наградили победителей, но и рассказали о воскресении Иисуса Христа. Развлекательно-познавательную программу подготовили творческие коллективы детского центра «Импульс». Когда утром приходила Мария Магдалина и сказала, что гроб пуст, мы с Петром побежали туда и увидели камень и пустую гробницу. Только одни лежащие пелены. Я увидел это и уверовал. Христос воскрес! Христос воскрес! Проведение подобных мероприятий помогает подрастающему поколению развивать в себе духовно-нравственные ценности и узнавать о традициях празднования Светлого Христова Воскресения. Победителям конкурса «Пасхальная радость» вручили дипломы, а от Видновского благочиния участники получили сладкие подарки. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.